пришла на Марин Пас, чтобы встретиться со своей подругой. И вижу здесь экскурсию, которую проводят путешественникам. Я рассказывала, да, что сейчас в Германии много путешественников из Украины. И им бесплатно проводят экскурсии местные гиды. Вот они сейчас рыбку смотрели, теперь колонну Девы Марии смотрят. Это, ну, время такое интересное сейчас, когда можно приехать в Мюнхен или другие города Германии и посмотреть город бесплатно. Вот пришла моя подруга. Я со всеми прощаюсь. До встречи. Всем привет из Мюнхена.